Здравствуйте, друзья. Ну вот, очередной пример, как они могут вывести простого человека на то, что сами, собственно, заслуживают. Своей вот этой непробивной тупостью, какой-то тупорогостью, бронебойностью какой-то вот этой вот, говорят ему: человек болен, нет, тараторит свое, ну и в итоге получает по заслугам. Итак, поехали. ВТБ-24 получает то, что заслужил. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Меня зовут Константин Александрович, моя фамилия Сумков. Звонок из банка ВТБ-24. Быть вы Ирину Романовну к телефону пригласить? Не получится Ирину Романовну позвать к телефону. Что вы хотите? А почему? Ну, она в госпитале. Номер телефона оставлен как ее контакт мобильный. В таком случае, с кем я сейчас разговариваю? Старший брат я. Вы ее старший брат, а как мне к вам обращаться? Как зовут вас? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, верно услышал? Что? Как вас сказали, зовут Дмитрий Евгеньевич, сказали? Да, меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, а почему у вас в таком случае разное отчество, раз вы являетесь старшим братом? Ну, я, конечно, стерплю вашу любовь, господин Дорога. То есть вы не родные родственники? Ну что ж, я понимаю. В таком случае, Дмитрий Евгеньевич, информации можете передать? Не расслышал. Так, мне не боюсь сказать, чтобы расслышать. Теперь, чем что-то расслышать, нужно хотя бы дать паузу взять, и человек вам скажет. Итак, моя сестра в госпитале. Замечательно, замечательно. Ничего хорошего, она сейчас в реанимации и в сознательном состоянии. Мы всей семьей прилетели, чтобы решать все ее проблемы. Я ее старший брат и взял на себя финансовую часть. Поэтому, если вы хотите, скажем так, решить ее проблемы, я подозреваю, что как раз таки в банке ВТБ у нее есть кредитное обязательство, то можете эти дела со мной обсуждать. Дмитрий Евгеньевич, а что вы знаете об отношениях между вашей сестрой и банком ВТБ-24, скажите, пожалуйста? Не больше, чем только то, что у нее есть кредитное обязательство. Все остальное я хотел бы узнать, чтобы принять решение для дальнейших своих действий. В таком случае информацию, пожалуйста, и передайте, предположим, возможность, что сейчас нужно будет связаться с банком ВТБ-24 по номеру телефона горячей линии. Я понимаю, что вам нужно как можно быстрее протараторить информацию, да? Но в любом случае, Дмитрий Евгеньевич, просто сейчас с вами данную ситуацию решать и решить я не смогу. Да я вам повторю, что в ближайшее время с человеком вообще не получится ничего решать лично. Ну, в таком случае, пусть ее ближайшие родственники подают в отделение банка вместе с выписками. С вами сейчас разговаривает ее ближайший родственник, способный вообще решать какие-либо финансовые ситуации. Если вы не хотите, вы не являетесь ее ближайшим родственником, поэтому давайте мы не будем вести неконструктивную беседу. Да, информацию, да, пожалуйста, передайте. Номер телефона значит, я вам сказал. Я скажу последнюю часть своей. Да, давайте мы с вы все-таки будем вести конструктивную беседу, потому что не перебивайте друг друга. Так вот, давайте. Действительно, давайте. Так вот, не будем перебивать друг друга. Дмитрий, перебивать сейчас начали только вы меня. Поэтому давайте все-таки продолжим с вами беседу. Слушай, чувак! Ей нужно... Ты немного на себя берешь, пес ты твердящий, блядь. Еще раз повторяю, человек в реанимации лежит. С тобой пытается его родственник договориться. Если ты не будешь сейчас затыкать свое хлебало, иди нахуй вместе со своим банком. Банк ВТБ идет нахуй. Все, давай. Очень иди нахуй, информация. Петух, Дмитрий, блядь, лошадь, информацию сука. Как можно скорее, пожалуйста. Давай, нахуй, пошел, блядь. Сделай звонка в течение двух дней. Сина, блядь. Конструктивная беседа. Пошел нахуй, блядь. Черт ебаный.